Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, орган исполнительной власти, учрежденный 29 августа 2000 года, обладающий правами специально уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей природной среды, охраны атмосферного воздуха, объектов животного мира и среды их обитания, сохранения биологического разнообразия, государственной экологической экспертизы. 23 марта в Москве состоялась расширенная коллегия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все наши действия в 2015 году и планы на 2016 год соответствуют приоритетам и целям новой экологической политики Москвы, которая изложена в проекте экологической стратегии Москвы до 2030 года. Мы последовательно движемся по выбранному пути, и у нас есть существенные достижения за отчетный период, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевский Антон Олегович, руководство. 10 ноября 2010 года Кульбачевский Антон Олегович назначен руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Заместители руководителя департамента: Семутникова Евгения Геннадьевна, Кудряшова Юлия Сергеевна, Мельников Сергей Александрович. Список подведомственных организаций: Государственное казенное учреждение города Москвы, дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства, государственное унитарное предприятие, центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения, государственное природоохранное и бюджетное учреждение, МСЭК-мониторинг, ГПБУ, МАСПРИРОДА.